поедем, сейчас съездим на дачу, прогуляемся. Сегодня минус один, тепло, но ветерок. Вон, с лопатой парень один. Взял с собой машинки все, это малыш взял с собой машинки. Сказал, дринь возьмет с собой. Поедем, прокатимся до дачи. Прогуляемся немножко. Это у нас замело. Вон какие высокие сугробы. Видно, да? Намело буквально, наверное, за 2 дня. Так, намело. Курение вредит вашему здоровью. И вот прям метет снег. Это, я не знаю, не видно, наверное, на камеру. Прям метет, метет, метет. Я думаю, еще больше все заметет. Все заметено у нас. Там вдали можете посмотреть везде снег. Зимушка, зима пришла к нам. Вот все, у нас зимняя сказка. Мы едем на дачу. Немножко прогуляться. Тепло, ну вот прям метет. Что, надо пристегнуться? Он тут обещал. О, контейнеры, да, поставили? У нас тут совершенствуется все, контейнеры для мусора прям. Для раздельного, да, поставили? Или просто... Вот у нас как подзамело. Хорошо, прям замело. Едем в зимнюю сказку. Нравится? Ну, мне тоже нравится. Но лето мне нравится больше. Ну, хотя уже привыкли, как Новый год, да, без снега, без метелицы. Вот. Чистят гаражи. Опа, тут кто-то встал прям посередине. И что? А, нет. Гараж был. А. Зато кочки примялись. Ну да, кочки примялись, снежочек. Хорошо. Нет, я говорю, прям вот. Хочется прям шашлыки жарить, да? Почему-то. Но еще желудочки после новогодних салатов не отошли. Я решила, больше не буду делать 3 салата. Будет 1 салат, чтобы съелся сразу в новогоднюю ночь, потому что остальное потом приходится доедать. Если большая компания-то нет, а у нас, мы, считай, с мужем вдвоем салаты кушали, дети такое не едят. Я торт ел. Ой, смотрите, какой на снегоходах кто-то катается. Ребята, привет, парнишки. А это вот эти, у него отец. Ну, ты понял? Лесничеством там заведует. На коттеджах. На коттеджах на приезд. Нет, они на коттеджах живут. Я думаю, у них и свои есть. Он на тех, как заезжаешь. Они вообще в городе живут. Ну, родители здесь, а они в городе уже своей семьей живут. Приехали на выходные покататься. Ой, красота. Где тут наша речка-то красавица? Дальше. Дальше. Сейчас доедем, а воздух-то красота. На тортики понравились. Но тоже я сделала большую ошибку, что купила 2. Что нам бы одного хватило я за глаза. Я только один, который шипает, и весь шоколадом, только я торт ем. Да. А все, мы уже его съели. Уже закончился, остался только вот этот такой... Романтика. Романтика, да, остался. Зимушка, зима. Почистили, да? Да нет, это не почистили, это раскатали. Ничего тут не почистили. Мне кажется. Было бы по бокам так видно. Конечно, на таких надо двигаться. А там тюбинку не что ли сзади привязан, еще и ребенок, наверное, сидит. Вот так нельзя делать. Это очень опасно. Мы вас сейчас снимем и накажем. Видите, что творят? На лодке. Запрещено.
конечно. То есть они подвергают опасности детей. Надо где нет вообще машин этим заниматься. Где-то в лесочке. Ну, хотя они не по трассе, в принципе, это делали, да? Тут... Без разницы, машина же ездит, мы да? едем навстречу. Но он, видишь, приостановился, вот кто-то застрял уже. Он там уже застряли. А папа говорит, у нас машина так гребет. Вот, может, лучше нам пока тут остановиться, чтобы узнать, как там внизу. Загребем мы потом наверх. Да. Вот видите, у нас такой спуск, а там внизу ломка. Чищено, да, почистили? Тут живут на этих дачах люди, поэтому, может быть, почистили. Вон там внизу, смотрите, ломка, как красиво. Говорю, зимняя сказка прямо у нас сейчас. Красота. А снег валит и валит без остановки. Вон она, красавица, ом наша. Летом здесь прям купаются люди. Ну, мы, конечно, не рискуем, но другие купаются. И рыбу ловят. И рыбу ловят. Да. О, ну вот тут замело. Тут встать негде. А можешь на аллейку заехать? Мы ж ненадолго. Вот там стояночка обычно, но все заметено. А вот тут, видите, катают машины. Тут трактор чистил. Да, трактор чистил. Ну вот трактор чистил. Потому что тут живут люди. Дальше там живут. А, как мы сейчас откроем? А мы не откроем, все заметено. Давайте просто тогда поехали тебя обратно на гараж занесем. Ну а банки же можно и на гараж занести. Мы тут банки привезли еще. Ну давай. В общем, приехали. Пойдем мы немножко выйдем, наверное, прогуляемся. Или ты быстро сам сбегаешь? Быстро сам сбегаешь. Я с папой. Я через забор с ним полезу. Ну, у нас тут замело так все ворота, всю калитку. Ты мне банку можешь подать. Что вот папа через забор будет запрыгивать. А мы с малышкой, он старший сын пошел, а мы с малышкой подождем? А что ты плачешь, тоже будем выходить? Да. Ну, тоже будем выходить. Ну, ладно, пойдем мы тоже выйдем, потом включим. Вот так вот намело, смотрите. Вот. Да, Арсюша, покажи, как намело. Вот, даже не видите, как намело. Хорошо. Так, а что-то тут у нас... Машина не закрылась? Нет. Вот она я. Вот она я. По-домашнему одетая. А вот я. А вот мои сыночки. Снег валит и валит. Да, зимняя сказка прям. Хорошо, что мы выбрались. Папа, он у нас там что-то... Копает. Копает папа. Даже видите, как активно, быстро копает. Где-то петарды, да? Да. Петарды. Стреляют петарды где-то. Десятый корсар. Хорошо, тепло. Я говорю, зима, на удивление, теплая. Вот сколько? 4 дня были морозы. 20. Все. Тепло, хорошо. А на дачах так тихо, красиво. Смотрите, какие елки. Да? Когда есть, допустим, свой дом с такими елями, их можно прям наряжать. Красота. Глыбы очистил. О, какие трактор. Глыбы. Начистил трактор. Сынок говорит. Будешь поздравлять всех с наступившим Новым годом? Ну, говори. Всем с наступившим годом. Новым годом, да? А чего пожелаешь? У всех было здоровье и счастье в доме. И счастье в доме. Папа наш несет робокоп лопаты. Поедет стоянку очищать. О, сына тут копает. Вот у меня помощники, да? Помощники, опа. И та же взял снежок. О, красота, сыночки. Тебе лопату дать? Кому-то, может быть, нужна дача недалеко от Омска. Звоните. Это родителей дачка. Они ее продают. Тут у нас хорошие очень соседи. Вот домик. Банька там. Туалет. Все есть. Саженцы. Ну все, буду выключаться, с малышом играть. Парни, он, видите, копают мои. Три мужчины у меня. Молодцы, давайте. Вот молодцы.
Вот решили тут стояночку еще для машин почистить, ребята. Смотрите. Вот команда какая. А там внизу ломка. Ручки отморозил, да, тебе варежки? Да. Давай. Одела Арсюшке варежки свои. Отдала свои перчатки, он забыл. Свои варежки отдала, а мне рука не мерзнет. Рука одна в кармане, вторую держу. Вот парковочку тут для машин. Ребята решили почистить. А там вот Томка внизу. Смотрите, красота. Красота. Зимняя сказка. Смотрим, метель метет. Все, убираю телефон, а то он уже весь мок. И накрашенная. Она не мы. Красотища. Хорошо, что выбрались из дома. Прям хорошо, сейчас аппетитно гуляем. Все, убираю телефон, уже весь мок нес. Одну лопатку занесет обратно на дачу. А одну мы возьмем. Вот эту. На парковке возле дома почистить еще снег. Прям сильно замело, малыш за ним пошел. Смотри, кто к тебе идет. Ты к папе пошел? Нет? Давай обратно. Гном. Копаешь? Вернее, очищаешь, да? Давай, тепло, ручки согрелись? Да. Ну все, хорошо. Вон там где-то гном бежит. Гном, вон он. Гном за машиной где-то гном. Бежит. Гном, вот он, бежит. Тоже с лопатой. Самый главный помощник, да? Ты самый главный помощник? Вот, молодец. Вон папа там наш. Еще возле дачки немножко решил почистить. Я хотела вам показать, как он через забор прыгает. Он что-то там чистит и чистит. Сейчас занесем. Давай уже покажи, как ты прыгаешь через забор, я ж снимаю. Заметет тут нас с телефоном вместе. Он, с какого прыгун, смотрите. Хопа. Ну, чтобы было никак не открыть там ворота. Замело. Все, сейчас поедем уже, ребята, да? Смотри, какой метет, метет. Смотрите, какой слой снега там. Да, огромный. Красота, да?